Всем привет, друзья, на связи Грим Оптимист, и многие писали, дескать, как тебе ПМ, а вот я решил поиграть сегодня с ПМом на втором уровне, естественно, да, используя его в качестве основного оружия. Данный пистолет вообще не предназначен для этой цели, то есть его, он, ну, это запасной ствол, и бегать с одним ПМом, это только мне могло такое в башку прийти. Естественно, будем использовать обычные самые патроны, да, как вы понимаете. Вот, ничего толком одеть нельзя, у меня вот есть безрукавка, скорость плюс 3, штаны скорость плюс 4, ботинки скорость плюс 4. Также у меня будет торнадо с собой. Вот, аптек не будет. Ну, давайте попробуем, почему бы и нет. Также и рюкзак одел. Будет, наверное, полная жесть, ребят, потому что с пистолетом сейчас на кипарисы это будет сурово. Да, забыл сказать, пистолет у меня урон плюс 2, но ничего лучше у меня нет, ребят. Давайте сейчас попробуем, может, что-нибудь улучшить. Скорость прицеливания, так, ну давайте выберем. Скорость перезарядки. Блин, ну какой-то шлак все выпадает. Время прицеливания опять. Да что ж такое-то, блин. Скорость перезарядки плюс 15. Ну давайте вот это выберем хотя бы. Хотя бы что-то. Хотя бы какой-то плюс будет от этой пушки. Потому что я, честно говоря, плохо себе представляю, как я буду с ним играть. Да, ребят, я себе челлендж сегодня выбрал, что надо. ПМ это, наверное, одно из самых убогих вообще оружий в игре, поэтому будет реально сложно, скорее всего. Блин, что нас не кидает-то, а? Так, не давайте покинем, потому что я не хочу воевать с четвертыми уровнями, против Витязи. Это будет вообще очень печально, если я попаду. Ладно, хоть у меня скорость более-менее будет, то есть хотя бы можно будет от скорости играть, но это будет жестоко. Если в тройку кинет там против, говорю, этих стволов, будет жесть. Так, надеюсь, что нас сейчас закинет куда-нибудь все-таки. Я, кстати, естественно, стрелял с пистолета Макарова в реале достаточно много. Пистолет мне очень понравился. Не знаю почему, но очень мне понравился именно Макаров, хотя... У большинства вообще людей, да, почему-то есть такое мнение, что ПМ это говно, что это ужасный какой-то пистолет. Это вызвано тем, что в игре Сталкер этот пистолет реально плохой. Но это не значит, что он плохой в реале. Это достаточно мощный пистолет под калибр 9 мм. Это немало, ребята. 9 мм это не маленький калибр для пистолета. Это калибр, ну, считается крупный уже. Да, то есть крупнее не так много есть калибров. То есть это либо револьверное, там 357 и так далее, либо 44-й, 45-й калибр. И так далее. Есть калибры гораздо меньше, тот же, допустим, 5.7, 5.7, 22LR, там калибр, тоже пистолеты часто используют. О, командный бой, это будет жесть. Единственное, что хорошо у этого пистолета, я думаю, это скорость перезарядки, то, что он маленький, легкий, и то, что быстро, я не знаю, что быстро целиться из него можно. Ох, ребята, против ППШ-то сейчас я, ой, как я отсосу сейчас, чувствую. Еще одни взводы, взводы, взводы. Да это жесть. Это, конечно, не АПС, ни разу. Идти в лоб на противников, вооруженных штурмовым оружием, будет абсолютно бесполезно. Поэтому я буду это делать. Что нам еще остается в конце-то концов? Кто-то у них спрыгнул неудачно. О, ребят. Это будет жестко. Такой звук-то еще какой-то пидорастический у него. Я не знаю, он в реале, знаете, как Шандараха? То есть у него реально очень такой солидный такой звучок. То есть тут он просто как пердеж какой-то. Котенка. Есть. На джеб с пистолетом. Я просто тащу. Он еще так, сука, медленно стреляет. Это вообще...
Так медленно стреляет собака. Перезарядка, кстати, надо лучше использовать тактическую. Потому что полная перезарядка гораздо дольше, чем тактическая. Не, ну, кипарис, конечно, перестрелять невозможно с него. Кипарис перестрелять я не могу вообще никак. Это что такое только что было? Маклауд как-никак. Наш помог мне. Ну, конечно, говорю, перестреливаться очень тяжело с этим. Блин, ну чуть-чуть не хватило. В голову попал, на самом деле, если бы не попал, я бы его забрал. Да, скорострельности не хватает очень сильно. Очень сильно не хватает скорострельности. Надо было баф на скорострельность вешать. Если он есть. Это крыса, а? Так, сейчас мы этого товарища попробуем слить. Ха, это скилл, детка. Эх, задело чуть-чуть. Ну ладно, оно того стоило. Нас, кстати, в третий уровень кинуло, если кто не понял. Твою мать, отвлекся. Но пока нормально, мы тащим. Мы тащим. Не, ну это, конечно, нереально. То есть, так... Он там закрысился, выбить его с пистолетом я нормально не смогу. То есть, у меня просто тупо огневой мощи не хватает. Черт, жалко, убили его. Было бы красиво. Я просто тащу. Твою мать, откуда он там взялся? Я что-то вообще не увидел. Сразу ложишься просто и все, если попадает. Хоть ты что делай. Ладно, хоть наша команда ведет. Ну, команда неплохая, кстати, попалась. Как ты меня достал, а здесь уже сидеть.
Палево, палево. Если вы думаете, что я испугался, вы очень сильно ошибаетесь. Блин. Что-то я почему-то думал, что будет тактическая перезарядка, а он полную начал делать. Я просто объясню, в чем разница. Вот это тактическая перезарядка, а вот это полная. Разницу видите, да? То есть... по времени. Да чтоб тебя с двух сторон зажали. Да, с пистолетом враж, конечно, ходить не стоит. Вообще, мой совет, конечно, ни в коем случае так не делайте. То есть не надо вообще с ним играть, с этим пистолетом. Ну, в крайнем случае, в качестве дополнительного оружия, к тозу, допустим. Но в качестве основного ни в коем случае не используйте. Как вы видите, очень сложно. Вот я этот просто нуб, как бы, я более-менее его перестреливаю еще, чисто за счет уклонения. Но тяжело, на самом деле, вот даже... Ай, я в нос начал чесать, блин. Почти убил, кстати, его. Ногу себе сломал, судя по звуку. Да чтоб тебя, ай, блин. Мажу еще с этого. Тяжело, реально с него очень тяжело. Надо попасть примерно 4 раза в противника, чтобы он умер. С пистолета с этого. 4-5 раз. Да ёб твою мать, а. Ой, ё-моё. Надо это дерьмо выбить оттуда. Как... Сейчас мы его соструним. Блин, убили его, черт. Жалко. Ха-ха. Это ПМ, детка. Но, твою мать, откуда он там взялся, а, вообще непонятно. Да, ребят, с ПМом, конечно, жесть. С Магнумом было бы гораздо проще. Хотя он сейчас тоже не очень, если честно. Его понерфили, причем непонятно зачем, он не был имбовым, зачем его было нерфить. Да блин, чуть-чуть не хватило совсем. Чуть-чуть не хватило. Да, ребята, жесть, как она есть. Просто гну, антилопа, гну. С этим пистолетом. Что-то я ни разу не попал по нему, что ли? Ну, конечно, дистанция адская. Ага. Блин, сняли меня. Я хотел с этим товарищем поперестреливаться.
Смотрите-ка, 15 фрагов даже настрогал. Правда, сдох 15 раз, но это уж извините. Это тяжело. Этот пистолет, он уступает вообще всем оружием. То есть, ну, ТТ разве что хуже, наверное, в рамках игры. И то вопрос еще, что хуже. Это худшее тупо оружие. Ну, если в качестве основного использовать, конечно. Да как так-то, ё-моё, блин. Я очень много раз в него попал, как он выжил? Видимо, из-за того, что с респы выбежал, может, еще и неуязвимость работала. Частично, она же не сразу как бы выключается. Ну, на третьем месте не так уж плохо. Если учесть, говорю, с каким оружием я играю. Чё вот он там делает? Так, прыгай ты. Ты что делаешь-то? Блин, убили его. Вот, там вот кто-то есть еще. Отлично. Да. Блин, а где еще один хрен у них? Спрятался, наверное, где-то. Ты что, оборзел, что ли? Что, самый умный, что ли? Не, ну вообще охерели просто. Свидание. Еще главное меня убил. Первый начал главное меня это бить. Еще два нуба, блин, с ним. Учитесь играть, я с пистолетом нагибаю просто. Я захочу, вас всех положу. Ладно, чё. ХЗ, где он может быть? О, кажись, нашли. Не успеем так убить. Вот, короче, итог какой. ПМ, ребята, это очень печальный ствол. И имеет смысл использовать только в качестве дополнительного оружия. И то под вопросом под большим. Потому что пистолет просто отвратительный. В рамках игры, я говорю. То есть ужасный урон. У него все плохо. У него нет достоинств, одни недостатки. Вот, ну я вам показал, то есть вы просили, пожалуйста, то есть мне не сложно. Друзья, надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте ставить большой палец за ПМ, за страдания с ПМом. Скоро увидимся, всем пока.